Всем привет! С вами снова я, Юлия Богдан. Мы продолжаем серию суперсжигающих тренировок. Сегодня у нас по программе ноги. Напомню, для того, чтобы избавиться от какой-то проблемной зоны, нужно прорабатывать все основные мышечные группы. Нельзя концентрировать свое внимание только на той части, которая вам не нравится, и усиленно качать там мышцы. В вашем теле тогда ничего не изменится. Поэтому я предлагаю вам тренировку, которая прорабатывает все основные мышечные группы ног. Это сочетание кардионагрузки и силовой нагрузки. Напоминаю, мы с вами работаем 40 секунд, 20 секунд у нас отдых. Будет 4 упражнения, которые мы будем сочетать с бегом. Бег на месте. Включаем секундомер. И первое у нас с вами это приседание с махом в сторону. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. На вдохе мы садимся, на выдохе мах в сторону. Вдох и выдох. Поехали. В приседаниях акцент на пятки. Тянитесь тазом назад. Как будто бы вы хотите сесть на стул. Колени смотрят вперед. Выдох на махе. Еще. Дотягивайте ногу в махе. Отдых у нас 20 секунд. Дальше бег на месте. Ноги вместе. Ждем время. Поехали. Руки работают. Дыхание не задерживать. Колени выше. Еще. Не сдаемся. Есть отдых. Отдыхайте, я показываю дальше. Баланс на одной ноге. Мы опускаемся вниз, сгибаем опорную ногу, касаемся пола руками, поднимаемся вверх. И другая нога вниз и вверх. Спина в этом упражнении прямая. Мышцами живота держите спину. Поехали. Коснулись, вернулись. Коснулись, вернулись. Здесь хорошо работает задняя поверхность бедра. Самое важное – это ровная спина. Выдох вниз. Вдох вверх. Продолжаем. Выдох вниз. Вверх. Не спешите в этом упражнении. Опорное колено согнуто. Есть отдых. Расслабились, потянулись. Бег на месте. Поехали. Еще. Сжигаем, сжигаем жиры. Отдыхаем. Следующее упражнение. Пружины в
широком седе. Ноги, колени в сторону, руки на пояс. И мы делаем мелкие пружинистые движения. Работает внутреннее и внешнее, плюс дополнительно сжимаем ягодицы. Пресс работает. Начали. Постарайтесь включить мышцы всего тела. Не задерживайте дыхание. Руки можно поставить на уровне груди. Немного нажимая ладошками друг на друга. Хорошо, тепло пошло по телу. Отдыхаем. Ноги широко, стопы параллельны друг другу, потянуться. Отлично. Возвращаемся в бег. Поехали. Веселей. Руки работают. Отдых. Молодцы. Последнее упражнение осталось. Лежа на спине. Сведение, разведение ног. Ложимся на спину. Поднимаем две ноги. На вдохе разводим, на выдохе сводим. Руки можно оставить вдоль корпуса или положить за голову. Поехали. Дополнительно напрягайте пресс и мышцы ног. Если вам тяжело держать прямые ноги, можно ноги слегка согнуть в коленях. Поясница прижата. Дышим. Отдых. Молодцы, отдыхаем. Восстанавливаемся и повторяем еще два круга. Вперед, не сдавайтесь.